Ритуал на смену Юпитером знака на ладан к высшей темной силе. Зажгите ладан несколько кусочков и добавить сильный цветочный фимиам, духи, лепестки, натуральное масло, изысканные ароматы, только сладкие ароматы, ландыши не подходят. И капните немного водки на лепестки или на ладан. Окно приоткрыть. Зажгли ладан, скажите. Высшая темная сила, тебе лучший фимиам воскурил. Древнее всех времен и всех народов аромат ладана к вам летит. И ароматы лепестков вдохните, на меня благосклонно посмотрите. Меня своей удачей и защитой на год одарите, меня не обойдите. Юпитер знак меняет, пусть в этом знаке ко мне весь год приходит защита ваша и удача. Необъяснимое везение. Пусть мне, как шулеру, везет. Меня вы обаянием своим и шармом наделите. Я вас просил и заклинал. Ладан должен догореть. Ритуал в темноте. На 7-й минуте на ладан капнуть водкой. На 9-й минуте заклятие повторить. Все исполнится. Остатки ладана и лепестков развеять по ветру утром. У меня белый ладан с пропиткой ванили, то есть лепестков орхидеи. Ваниль – это не лепестки, а вот тычинки. Пыльца, в общем-то, орхидеи. Она черненькая такая. Изначально, но растирают, делают с белым ванильным сахаром. Она настолько дорогая, что ее всегда растирают с сахарной пудрой. Ванилин – это искусственный аромат. Поэтому он не очень тут подходит. И лепестки яблони и делаем мы под цветущей яблоней. Просто совпало, это не обязательно. Но нам нужны много лепестков. Вот мы ее, скажем так, оборвали. Лепестки с цветов. И он стоит в живых лепестках. И тут еще разбросано. Так что алтарь получился просто умопомрачительный. Запах яблони, кстати, очень-очень сильный. Очень нежный и сладкий. Бело-розовые лепестки, розовые пока они не распустились, и им это очень-очень нравится. Вы можете повторять заклятие несколько раз и просить. Потому что именно когда Юпитер меняет знак, вся астрология и основана на том, что делается все на момент начала, на нулевой цикл, когда вы родились, когда вы устроились на работу. Фирма, самое интересное, открывается не в момент даже регистрации, а когда вы уставной фонд перевели. Я очень удивилась, но так получалось многократно. То есть момент какого-то рождения, события. Почему я говорю, день рождения – самый важный день для вас в году. Именно когда вернулось солнце на ваше место. А вот возврат Юпитера в знак – приход его через 12 лет. Это у нас по восточному календарю, потому что восточный календарь связан именно со сменой знака Юпитером. И вот в момент, когда он входит, мы закладываем себе и светлым, и темным. Это обязательно, иначе темные обидятся, вам помогать не будут. Они вообще обидчивые. И боги вообще, они непостоянные. Они очень переменчивы. Если вы читали мифы Древней Греции, там об этом постоянно говорится. Но суть в том, что они
реально очень переменчивые, очень изменчивые, чтобы они были благосклонны и одаривали вас удачей, много довольно нужно. И вы не можете как бы один раз в жизни сделать, и все. Нет, это требует постоянного. Такие они есть. И потом, если вы набрали лепестков, можете каркаде ложить, рассыпать пачку. Но желательно иметь еще какие-нибудь лепестки лекарственные, они не очень любят, типа календулу. Если у вас есть там могильник, аналогичные травы, полынь, тоже можете добавить, но потом. Сейчас нужны именно сладкие ароматы. Можете духи открыть. Если вы запахи выносите, можете их на балконе открыть. Но лучше всего тогда натуральные масла. Масло розы, оно всегда продается. Масло жасмина. Апельсиновое масло – это совершенно беспроигрышные варианты. Корицу можно добавить, как сладкие ароматы. Базилик, он денежный, но он не такой сладкий. А черная свеча, можете ее добавить, она будет снимать негатив дополнительно, но тут она... Не обязательно, они и так вам снимут, тут очень много ароматов. И кто смотрит онлайн, очень-очень много ароматов. И вот пошла 7-я минута, сейчас мы капнем водку на ладан. Если у вас было масло, то вы сразу тоже капните немножко на ладан. И он должен вот вспыхнуть, загореться, как бы, ну, или больше дыма пойти. Вообще, конечно, лучше всего так спиртом капать, но спирт не всегда продается. У нас, например, не продается. Если у вас есть медицинский спирт, вообще чудесно, используйте его, спирт они очень-очень любят вот для такого. Чтобы спирту горело. Просто великолепно. То есть черемуха вот для этого ритуала не годится. А вот жасмин просто прекрасен. И можете говорить, каких благ вы себе хотите. Всего в мире вам не дадут. Юпитер связан с недвижимостью, с благосклонностью сильных мира сего, с карьерой, с большим счастьем, с удачей, я уже сказала, с расширением семьи или недвижимости. Все вместе бывает очень редко. Со знаниями, с поступлением в институт и с его окончанием, с научной карьерой, научной работы, это все связано с Юпитером. И вот сейчас пойдет 9-я минута, последний раз повторяем заклятие. А дальше ладан должен догореть, пепел развеять по ветру. Когда он догорит, и лепестки тоже утром. Ритуал в темноте, естественно. О, высшая темная сила, тебе лучший фимиам воскурил, древнее всех времен и всех народов, аромат ладана к вам летит, и ароматы лепестков вдохните, на меня благосклонно посмотрите, меня своей удачей и защитой на год одарите, меня не обойдите. Юпитер знак меняет, пусть в этом знаке ко мне весь год приходит защита ваша и удача, необъяснимое везение, пусть мне, как шулеру, везет, меня вы обаянием своим и шармом наделите, я вас просил и заклинал.